Московский дом книги знает, что любовь к спорту, чтению и своей стране закладывается в самом детстве. И, конечно, старается всячески поддержать интерес подрастающего поколения к тому, что важно. 5 февраля в Московском доме книги при содействии благотворительного фонда «Красно-белое сердце» состоялся детский праздник «На старт», приуроченный к открытию 22-й зимней Олимпиады в Сочи. Развлекательное мероприятие прошло шумно и весело. Ребята азартно соревновались за победу и с удовольствием болели за своих друзей. Праздничное настроение передалось и взрослым, ведь невозможно не улыбаться, слыша громкий смех и радостные детские голоса. К тому же участники продемонстрировали удивительную волю к победе, командный дух и эрудицию. Вопросы викторины далеко не всегда были легкими. Например, как, согласно преданию, зажигают олимпийский огонь, не знали даже многие взрослые. А вот участники конкурса догадались. Благодаря чему зажигают огонь в самом начале? Никто не ушел с пустыми руками. Как верно заметили организаторы мероприятия, в этом соревновании нет проигравших. А вот победители как раз есть. По крайней мере, капитан выигравшей команды, унося домой приз, мог по праву собой гордиться. Мы постоянные читатели и слушатели, и игроки вот этого замечательного дома книги. Всегда радостные праздники для детей, и они получают прекрасные подарки. Кроме развлекательной функции, «На старт» имеет важное социальное значение. Московский дом книги постоянно оказывает благотворительную помощь социально незащищенным детям, воспитанникам детских домов и интернатов. Вот и в этот раз подарки получили не только участники мероприятия, но и подопечные благотворительного фонда «Красно-белое сердце». Я считаю, что книга – самый лучший подарок. Вы согласны? Придя на любой детский праздник в Московский дом книги, вы гарантируете себе отличное настроение. Удивительно, но на прошедшем мероприятии даже взрослые не остались в стороне. Они болели и переживали за исход соревнований не меньше своих детей. Талисман дома книги, Мишка Потап, грамоты, медали победителей, сувениры от спонсоров праздника и фотографии со снежным барсом будут еще долго напоминать о прекрасном дне, проведенном в теплой атмосфере стен Московского дома книги. Что